Роману Сущенко, украинскому журналисту, арестованному в Москве, не пустили адвоката. Попасть к нему в СИЗО Лефортово не смог правозащитник Марк Фейгин. Произошло это накануне рассмотрения судом жалобы на продление ареста Сущенко. Об этом юрист написал на своей странице в Твиттере. Там же сообщил, что на завтрашнем заседании будет запрещена любая видеосъемка, даже протокольная. Напомню, Романа Сущенко задержали в Москве еще в сентябре прошлого года. Его подозревают в шпионаже.